Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас такое краткое будет экспресс-гадание на тему «Сбудется ли мое желание?». Да. Ваша задача – четко сформулировать вопрос про желание и обязательно не забыть период, в течение которого это желание должно сбыться. Три варианта. Выбирайте цифру 1, 2 или 3. У кого есть несколько желаний, значит, можете все три желания. Итак, кто не успеет загадать, сделайте паузу, а потом прослушайте свой результат. Ну, а я начну, друзья мои. Кто выбрал первый вариант? Давайте посмотрим, что же у вас. Сбудется ли ваше желание в тот период, который вы загадали? Итак, ваше желание, друзья мои. Шестерка жезлов. Да я думаю, что вы уже поняли. Да. И еще раз да, вы получите то, что вы хотели, вы получите то, что вы задумали, вы сможете реализовать свою цель, которая у вас есть. Ну, если это касается отношений, значит, наладятся отношения именно в том русле, в котором вам нужно. Если это касается профессиональной деятельности, да, вас оценят. Вас оценят и вас примут как авторитетного специалиста, как авторитетного человека. Кто ищет работу, тот ее найдет. Кто хочет организовать свой бизнес, у вас все получится. Так что я думаю, даже нет смысла дальше продолжать. Все-таки шестерка жезлов. И картинка этой карты показывает очень четко и однозначно, что да, да. Да. Поэтому я думаю, что дальше не стоит даже на эту тему разглагольствовать, скажем так, чтобы не спугнуть ваше желание. Вот. Ладушки, теперь давайте посмотрим, что у нас по второму варианту. Кто задумал второй вариант? Сбудется ли ваше желание именно в загаданный вами период? Не забывайте, пожалуйста, оговаривать. Так, сбудется ли ваше желание в загаданный период? О, даже две. Ну что ж. Ну, смотрите, карта влюбленная. Если это касается сердечных дел, однозначно, друзья мои, все будет хорошо, все получится. И ваше желание, конечно же, обязательно исполнится. Ну, что касается других дел, то в данном случае прогноз тоже очень хороший. Перед вами могут вполне открыться новые перспективы. Более того, друзья мои, у вас даже будет выбор. Да. Либо каким образом это желание должно исполниться, либо как это желание, каким оно должно быть. Вполне возможно, что ваше желание может трансформироваться впоследствии, то есть, ну, несколько может разветвиться, может быть, появятся какие-то новые нотки в вашем желании, новые ответвления. Вполне возможно, друзья мои. Ну, в любом случае, здесь у нас лидирует карта влюбленные. Это уже говорит, что да, вы встретите понимание, вы встретите поддержку, любовь. Вам помогут, понимаете, ваше желание вполне возможно исполнится именно с помощью этой поддержки. Либо рекомендации, если это профессиональная деятельность, касается, либо людей близких к вам. Но в любом случае самое главное, ответ дают карты, это да. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, прекрасно. Идем дальше. Кто загадал третий вариант? Кто выбрал троечку? Давайте смотреть, что у вас будет.
Сбудется ли ваше желание в загаданный период? Итак. Карта силы. Ну что ж, друзья мои, не все у вас просто. Это однозначно. Придется приложить максимум усилий, призвать всю силу своего духа, может даже, знаете, где-то продавливать или кого-то продавливать. Не исключены даже моменты манипуляций, чтобы ваше желание исполнилось. Но самое главное, друзья мои, в любом случае вы своего добьетесь. И желание все-таки исполнится. Да, с препятствиями, да, с усилиями. Да, конечно же, нелегко. Хотя, знаете, иногда сам процесс исполнения желания или сам процесс продвижения к своему желанию бывает намного приятнее, чем его результат. Да. В данном случае вот такое ощущение, что по карте силы вы будете получать удовольствие от этого своего рода. Да, вам это будет придавать, возможно, даже дополнительные какие-то силы, уверенности, что-то вот такое лидерское, вот, типа того, что какая я, ого-го, и ага-га, или какой я, понимаете? И это желание даже может вас что-то лично менять. Ну, если, конечно, желание очень такое серьезное, такое связано с какой-то целью, там, знаете, ну, не в том, что пойти ли навстречу, допустим, да? Встречаться ли с этим человеком? В данном случае ответ «да», в любом случае встречаться, да? И что вы будете иметь? Да будете иметь то, что захотите, но нужно держать руку на пульсе, нужно быть очень внимательным или внимательной, и, как говорится, продавливать свое желание. И тогда все будет просто шикардос. Чего я вам и желаю. Ну что ж, друзья мои, большое вам спасибо за внимание. На этом я закругляюсь. Всех благ вам, здоровья и счастья.